Свыше 260 тепловых пушек доставили в Приморье авиации МЧС России по поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова. В ближайшее время оборудование направят в пострадавшие от паводков муниципалитеты. Поручение министра МЧС России Куренкова Александра Вячеславовича борт МЧС России доставил в Приморский край тепловые пушки для обеспечения жизнедеятельности населения и скорейшего восстановления объектов инфраструктуры Приморья. Из резерва МЧС России и правительства регионов самолетом Ил-76 доставлено 260 тепловых пушек. После разгрузки все необходимое имущество будет направлено в пострадавшие паводки региона. Гуманитарная помощь была выделена из резерва МЧС России и правительства регионов.